Ну что, сообщили Анилу плохие известия. Так, а теперь давайте-ка посмотрим, что у нас, что мы можем. Мне кажется, мы можем патроны для пистолета сделать. Две штуки. А, нет. 8 штук. Ладно, давайте. Еще один болт. И шприц. Так, что у нас за улучшение есть? Давайте огневую мощь опять. Наверное, пистолета снова. Так, 200 надо. Увеличить урон при стрельбе на до 140%. Так. Здесь нам требуется сколько? 360. О. У нас 110. Давайте критический урон для дробовика. Можно открыть еще третий уровень. А, не хватает, понятно. Не можем. Ошибочка вышла. Так, что там? Кофейку, наверное, можно попить. Все отлично. А теперь давайте-ка, мы уже давненько не заходили, всего один раз заходили, прокачивались. Давайте зайдем в кабинет Себастьяна. Что у нас тут вообще новенького есть? Слайдом, по-моему, не находили, да? Да. Слайдов у нас нет. Так, котейка. Принесла бы чего-нибудь эта котейка. Так. Вы что-то принесли с собой? Ключ? Отлично. Некоторые ключи открывают двери восприятия. Но этот не такой. Этот ключ попроще, но тоже полезный. Не бойтесь. Открывайте. От содержимого больше пользы в ваших руках, чем тут, взаперти. Ну что, давайте с самого начала, что? У нас их 5 штук. Для снайперской винтовки патроны взяли. У нас, кстати, снайперка. Так, аптечка. У нас снайперка, кстати, не заделана. Так, 17 тысяч у нас. Давайте-ка. Что мы сделаем?
Давайте посмотрим, что у нас со здоровьем. Увеличить максимальный показатель шкалы здоровья. 1500. Есть. Так. Еще показатель. Давайте. Регенерация. Увеличивает общее количество здоровья, восстановленного в состоянии близкого к смерти. А здесь. Если вражеская атака наносит урон, который мог бы вас убить, то вы стискиваете зубы и выживаете с очень небольшим запасом здоровья. Вот, это пригодится. А, еще тут и красный гель. Так, ладно. Давайте посмотрим, что еще. Стойкости и ловкости. Увеличивает максимальный показатель выносливости. Дает шанс автоматически уклониться от атаки, которая привела бы к урону. Не действует против определенных атак. А это увеличивает скорость восстановления силы. Целых 5000, а? Так, что еще у нас? Уменьшает дрожание прицела при стрельбе. Так, восстановление. Что у нас за восстановление? Восстанавливает больше здоровья при применении медицинских средств. Отлично. Так, давайте еще вот это вот, рефлекс. Рефлексы. Автоматическое уклонение от вражеских атак с некоторой вероятностью успеха. От определенных атак нельзя уклониться с помощью рефлексов. Что нам скажут? В моем кабинете располагающая атмосфера, но не стоит... Понятно. Так, немножко прокачались. Можно возвращаться в этот дурдом. Итак, что мы имеем? Непонятный резонанс. Итак, давайте сюда. Потом следующий у нас будет подсумок. Вот, отлично. Потом патроны для дробовика. Дальше идет порох. И детали для снайперской винтовки. А потом уже мы... Уже вернемся все-таки к основному заданию. Бутылки у нас максимально. Да что ты опять фонарик-то включил? Как же ты меня бесишь уже. Не к добру это, не к добру. Я думаю, ты оживешь. Да чтоб тебя.
Так, собираем лут. Так, я их вижу, они вон лежат. В зеленых наслаждениях можно прятаться, когда вы надежно спрячетесь, ваше тело не изменит цвет. Отлично, банка пороха. Так, здесь ничего. Ничего, чтобы нам могло пригодиться. Вот этот дом. Давай-ка ты не будешь, а? О, это же та! О, нет. Блин, какая она живучая все-таки, а? Увернулись. Сегодня, а? Вот что за фигня, блин? Вот. И все повыбегали, а? На одну какую-то тварь истратил столько патронов. Фу, жесть. Так, подсумок. Отлично. Вот в этом доме у нас сигнал. Бутылки, сумка с бутылками.
Что за жесть-то? Здесь у нас пусто. Да точно тут дом, а? Точно. Происходит. Дневник женщины. Последняя запись в дневнике, сделанная дрожащей рукой. В этом доме кто-то есть, кроме меня. Я никого не вижу, но чувствую присутствие. Вообще-то я и не хочу никого увидеть. Снаружи слышны этих ужасных тварей. Они повсюду. Я боюсь выходить. Но и здесь оставаться тоже боюсь. Я дрожу, но не от страха. Почему вдруг стало так холодно? Холодно. Так, что-то здесь неладное творится, походу. Черт. Какого хрена происходит? Оно идет со мной. Надо отсюда выбираться. Че за жесть-то вообще? Офигеть. Так, выбираться и куда нам? Туда, куда она ушла? Здесь должен быть выход наружу. Ну, блин, сраная бутылка. Черт. Я так понял, мне надо карту найти какую-то. Фотка, что ли? Точняк.
Здесь пусто все. Все везде пусто. Ё-моё, а? Это поможет выбраться. Пропуск в закрытую больничную палату. Эта карточка откроет заблокированную дверь в больничной палате. Почему-то она кажется мне знакомой. Фу, что-то я уже обделался тут. Ну и чё она там трётся-то? Так, бутылка. Уходи, уходи. Уходи давай. Умница. Мне что, все это привиделось? Нет. Это было... Что это было? Все по-настоящему или только кажется? Такая же фигня. Я тоже не понял, что это было. Слайд. Реликвия прежних времен до мобильных телефонов. А, ну это мы уже читали в самом начале игры.